Я понял, он говорит, я представлен чисто. Программа Full Studio начинает писать бит. Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Ты маленький немецкий засранец. Ты всегда мечтал записать свою песню у горячих шлюшек? В джакузи с дорогим шампанским? В офисе Лукашенко обмываясь крахмалом? Это не проблема. Я тебе помогу осуществить твою грязную немецкую мечту. Сегодня ты узнаешь, как написать песню, которая разорвет даже жопки твоих мокреньких одноклассников. Ну что, ты готов? Тогда садимся в немецкий поезд. И поехали. Сегодняшний трек будет голосом Моргенштерна. Вы готовы, дети? Я вам сегодня покажу, Дан Кишон, как я записываю его голос. Ну, вы же не знаете. Ладно, поехали. Так, друзья, я пришел к Танину для того, чтобы подобрать лучшую мелодию. Такую же массу одноклассницы бацикли я. Нужно играть ее на пианино. Мы антизит приступим. Надо играть какую-то такую, чтобы зацепить всех. Как только мы выбрали мелодию, пришло время переходить в программу Full Studio и начинать писать бит. Вот этим мы сейчас и займемся. Окей, пришло время к разбору этого ебанутого бита, блять, который сделан из 4 паттернов, блять, из нихуя. В нем сэмпл, бас, кик, хай-хеты и все, блять. Давайте я вам покажу, из чего он состоит. Сэмпл, блять. Охуенно, охуенно. Переходим к хай-хетам и снейрам. Переходим к басу. Теперь самая главная фишка, почему этот трек будет форситься абсолютно везде. Краткий экскурс, дамы и господа. Главный секрет этого трека в том, что он поется голосом Моргенштерна. Если ты не знаешь, кто это такой, можешь возвращаться в пещеры, там тебя ждут, блять, потому что этого человека знают абсолютно все, блять. А если ты не знаешь, то ты уже знаешь, что делать. Как, собственно говоря, я спел голосом Моргенштерна в этом треке. Хочу сразу же уяснить одну важную вещь. Треки я свои пишу без нейронок. Это чисто мой голос, блять. Понятно? На нахуй. Байки. Впереди осталось его пару грамм. Давай накурим их твои глаза. Они так блестят, я скажу с ума. Я хочу смотреть на них навсегда. Впереди осталось его пару грамм. Давай накурим их. Ну а в доказательство спою я. Дорогая моя аудитория, на этом моменте обычно в следующих выпусках я буду вас посылать в свой телеграм-канал, чтобы вы выбрали судьбу песни. Так как эта песня уже выпущена на площадке на момент выхода этого видео, то тут такого не будет. Чтобы вы поняли мои заморочки на это видео, я даже написал сценарий. Я снимаю это видео уже несколько дней, потому что я изучал монтаж. Я продумывал, как это правильно снять. И именно поэтому видео немножко задержалось. Мы немножко не продумали момент с данным треком. Но в следующих выпусках у вас будет возможность выбрать судьбу песни. Кому она пойдет на сведение? То бишь, кто ее будет сводить? Вот, насчет сведения мы еще поговорим на этом канале. У нас будет и информационные моменты, блять, потому что много чему вы можете научиться у меня, нахуй. Потому что я, блять, дохуя времени занимаюсь данным поприщем. Такая у нас тема. Кому интересно следить за последующими событиями, советую вам подписаться на мой телеграм-канал, который будет закреплен в комментарии и по ссылке в описании. Там информация до людей доходит за недели, за месяца до моего YouTube-канала. Советую подписаться. Дорогие мальчики, после того, как мы написали песенку, пришло время, и там Кишон
Ваше время, Хайки, сон пришло. Теперь вы можете выбрать, так сказать, судьбу данной песни. Что с ней? Будь, а не отбирать, я мудрый робер. Этот трек уже ёбаный, блэк. Да похуй, подожди, спать по ничего нету, так мне всё не придумано, блэк. Слушать, я встал, мы фристайл. И весь пришёл, бы проблема, блэк, это брэк. Уходит уже в этот принц, боже, я понял, что не скрыт, подожди, я понял, блэк, я фристайл, чест, хуй, не скрыт. Дорогие друзья, ваш момент настал, данки сон. Теперь ваше время выбирать. Переходите в телеграм-канал, чтобы выбрать, какой трек выйдет на следующей неделе. После трека «Глаза». Вот, в рот. Вот и все, такой получился трек. В принципе, вот и все. Подписывайтесь, хули. На канал влияйте. И комментарии напиши, гандон я старался. Пидас. Все, шоу на Влада. Всем пока. До свидания.